На ледовом стадионе спорткомплекса «Красная звезда» состоялся омский этап открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В турнире приняло участие 170 конькобежцев. Основная масса – это средние и старшие ребята, бегут на уровне кандидата мастера спорта первого разряда. Ну и начинающие ребята – это юношеские разряды. Самые юные спортсмены, учащиеся начальных классов, соревновались на дистанции 50 метров. Победителями в своих возрастных категориях стали Арина Мель, Ярослав Минаев, Софья Новолоцкая и Арсений Панин. Участники постарше вышли на дистанцию 100 метров. Среди учащихся среднего звена быстрее соперников оказались Арина Хисамуддинова и Александр Пазников. Победителями старшеклассниками стали Арина Тихонова и Сергей Гвоздей. В возрастной группе 93-2000 годов рождения первыми пришли к финишу и Екатерина Гущина и Александр Самсонов. На лед вышли и ветераны спорта, тренеры и инструкторы спортшкол. Первые места здесь заняли Елена Чайка и Владимир Простолупов. Победителей и призеров наградили медалями и дипломами Министерства спорта России. Доволен сегодняшней победой, и он мне очень нравится, потому что тут можно поучаствовать на соревнованиях. Я рада очень, что выиграла. Было непросто, но я постаралась. А давно ты занимаешься этим видом спорта? Ну, почти 2 года. Что тебя привлекает? Ну, мне нравится заниматься здесь. Тут хороший тренер, ребята. Он укрепляет силы и становится более выносливее. Поиск юных талантливых спортсменов – одна из главных задач этих стартов. Такие звезды конькобежного спорта, как Ольга Граф и Виктория Филюшкина, начинали свою спортивную карьеру именно со льда надежды нашей.